Привет, дорогие друзья! Я Хуман. Сегодня будем готовить акбар джудже. Джудже – это цыпленок. Акбар – имя человека, который придумал вот это блюдо. Нам понадобится цыплята весом до килограмма, 2 штуки. Лук 3-4 штуки. Чеснок 1 головка. Лимон 1-2 штуки. Масло сливочное 100 грамм. Масло растительное 1,5-2 литра. Гранатовая паста 100-150 миллилитров. Измельченные грецкие орехи 4 столовых ложки. Шафран по вкусу. Куркума 0,5 чайной ложки. Чеснок в порошке 1 чайная ложка. Красный перец на кончике чайной ложки. Черный молотый перец. И соль по вкусу. Цыпленка берите небольшого, приблизительно до килограмма. Нужно разрезать цыплят на половинки. Лук режем полукольцами. Выкладываем цыплят в емкость и будем мариновать. Всегда в маринадах для мяса, где используют шафран, первым выливаем шафран. Оставляем немного постоять. Только потом добавляем лук и остальные ингредиенты, потому что они притянут цвет и вкус из мяса на себя. Лук немного помните, чтобы лучше отдавал сок. Соль, перец черный, цедра половина лимона. Еще немного соли, лимонный сок по вкусу. Добавляем 3 зубчика измельченного чеснока. Я заготавливал чесночный пюре. Добавлю его. Хорошо перемешаем и отправляем в холодильник мариноваться от 3 до 24 часов. Мясо замариновалось. Запах великолепный. В кастрюлю наливаем от 1,5 до 2 литров растительное масло и ставим на медленный огонь. Пусть нагревается. Цыплят очищаем от лука. Помещаем в разогретые, но ни в коем случае не раскаленные, кипящее масло. Вот так оставляем на 1,5 и посмотрите, может быть 2 часа. Мясо должно не жариться, а томиться на самом маленьком огне. Посмотрите, вот так. Это масло можно использовать снова, так как оно не подвергалось сильному нагреву. Добавим разрезанную на половинки луковицу и раздавленный зубчик чеснока. Я пока приготовлю гранатовый сос. Берем гранатовую пасту. И добавляем на торте зубчик чеснока. 4 столовых ложки грецких орехов и хорошо перемешиваем. Если вам кисловато, подсластите сахаром. Вот такой сос по густоте должен быть.
Прошло полтора часа. Выкладываем цыплят на решетку, чтобы стекло масло. В сковородке растопим сливочное масло и отправляем туда мясо, чтобы зарумянить его. Возьмем 4 столовых ложки воды, добавим шафран. Чеснок в порошке, куркуму, красный перец, сок половины лимона. Хорошо перемешать. Польем этим соусом мясо в сковородке. Готовых цыплят поливаем маслом с соусом из сковороды. Подаем с рисом и гранатовым соусом. Посмотрите, как аппетитно выглядит. Аквардюче готовится долго, но очень вкусно. Готовьте для любимых, они обязательно оценят.